То не японцы, оказалось, а китайцы. Снимает урну, что ли, непонятно. Ну, урну снимает мусорную. Зараза какая. Шпинь. Сейчас иду, подожди ты. Идите вам пельмени закажите сибирских. Поди голодные. Не ели никогда. Скучная группа какая-то в этот раз, абсолютно невеселая. Ни у кого нет наличных, якобы все с картами деловые. Люди старались. Пели, танцевали, ни цента не заработали сегодня. Вот так. Это Китай. По скайпу, что ли, общается? Ну, наверное, да. С невестой. Передовые технологии. Тебе не хау.
Давайте еще раз покажу вам поближе. Там, где к Фанасию Никитину, вот эта ладья вот такая здесь. И вверху, видите, вон стоит купец. Видно. Такой вид сбоку. Сейчас поднимемся наверх, покажу вам вид сверху, поближе к Афанасию подойдем. Беги уже, сейчас уедут без тебя, ёшкин кот. Останешься, будешь жить здесь, в Твери, на набережной. Зарабатывать, с обезьянками фотографироваться. Вот три автобуса у них, видите, вот такие, раз, два, три. Дороги Победы. Дороги Победы. Видите, они едут по дорогам Победы нашей. Вот где-то ландыши. Давайте покажу внизу. Ландыши. 1 мая, привет. Вот там слева и справа для отдыха стоят вот такие скамеечки классные. Тут же урны. Тут же все, ландыши вот тут же вокруг, вот так если пройти вокруг памятника, давайте вот сейчас вот так вот, вот видите ландыши сколько здесь посадили, в городе Ленхоз работает, вот видите памятник отважному русскому путешественнику Афанасию Никитину, в память о том, что он в 1469 по 1472 год с дружественной целью посетил Индию. Вот. Вот он, Никитин, Индию посетил, поэтому у нас в городе столько индусов. Ну, все студенты, в основном медакадемии. Вот такая красота у нас. А вот храм. Вот это я не помню, как он называется, точно название отсюда не видно. Там висит какой-то баннер, но не видно отсюда. Вот видите, впереди тоже очень красивый. А вот это угловое здание. Угловое здание с колоннами, где четыре колонны, видите? Это наше Тверское художественное училище имени Венецианова. Вот такое художественное училище находится в этом здании. Ну, здесь, как всегда, ели. Вот напротив, на том берегу, городской сад, видите, где колесо обозрения, вот там сад находится наш любимый, но мы сейчас туда не пойдем, мы же там были неоднократно, мы теперь погуляем по другому берегу Волги.
На этом все, мои хорошие. До скорых встреч. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Пока-пока. Всех люблю, целую.